Маргошка, мама деток, осваивает новый дом. Поставила колесико для малышей и хомячат, потому что я думаю, что большое колесо им еще будет тяжело крутить. Выбрали колесико 16,5 фертпласт. Ну, потому что оно такое, на мой взгляд, самое безопасное. Хомячатам еще только 2 недельки. Навряд ли они еще смогут крутить что-то более серьезное, тем более железное. И не дай бог из-за того, что их много, кто-то из этого колесика будет вываливаться. 3 хомячонка уже убежали в новый дом. 3 еще пока побаиваются, затащили туда укроп и сидят в тоннельчике из старого дома. Этот тоннельчик их запахом из старой дюны, в которой они родились и выросли. И, видимо, им там спокойнее. А 3 уже перебрались в большой домишко. Туда я тоже насыпала и старое гнездышко перенесла с их запахом, чтобы они не паниковали. Мамочка рада и счастлива убежала от своих малышей. Малыши вон там поделили укроп и дерутся. Сейчас я думаю, что они осмелеют и будут уже бегать также по всей клеточке. Клеточка у нас вот такая, 1 метр длиной, 50 шириной, поэтому побегать им будет где. Лозов тут всяких разных интересных и много. Развлечений придумано и много, но надо им, наверное, еще чуть-чуть подрасти для того, чтобы освоить всю эту территорию. Пока счастлива и довольна только мама. А малыши устраивают борьбу в своем тоннельчике. Чего-то там не поделили. Дерутся. Ну, я надеюсь, к вечеру они уже осмелеют и будут бегать по всей территории нового домишка. Пока веселятся в тоннельчике, в котором им просто надежно и спокойно, так как он из старой клеточки с их запахом. Ладно, что делать? Будем ждать. Очень мне хочется посмотреть, как им понравится то, что я им придумала. Ну, пока, к сожалению, все, что вижу, то снимаю. Если вам тоже интересно, подписывайтесь на наш канал питомника Марии Мистик. Будем вместе смотреть, как растут, смелеют и развиваются наши маленькие хомячатки. Всего доброго, до новых встреч на канале питомника Мария Мистик.